Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как изменить бут-анимацию, то есть анимацию, анимированную картинку, которую показывает ваше Android-устройство при загрузке, изменить на другую, то есть установить анимацию, которая вам понравилась, скачав ее из интернета, найти можно на сайте CoPDA. Главное условие тому, чтобы картинка по своим размерам соответствовала размерам вашего дисплея. К примеру, если у вас разрешение вашего экрана, как в моем случае, 1280 на 720, то картиночка, соответственно, должна быть такого же размера, иначе анимация будет меньше. Как посмотреть, если вы не знаете параметры вашего смартфона, достаточно зайти на по пути в своем устройстве в моем случае на примере из проводника покажу устройство. Далее, по вкладочке «Устройство», папка. System. В папке System, папка «Медиа». И папочка «Бут-анимация». Здесь лежит именно «Бут-анимация» от производителя, который производитель установил на ваш Android-смартфон. Выбрать открыть ES архиватором, выбрать любую часть, выбрать любую картинку, чем просмотреть, и клацнув на информации, вы получите размеры картинки, которая установлена. То есть разрешение 720, это у нас ширина, и 1280, это высота картинки. То есть вам необходимо, чтобы ваша бут-анимация была с такими же параметрами. И теперь вкратце, как изменить бут-анимацию. Для начала скажу, что бут-анимации на Android-устройствах находятся по пути System Media, как в моем случае, или Data Local. Соответственно, все это лежит на внутренней памяти устройства. Копируете скачанную бут-анимацию на свой Android смартфон или планшет на карту памяти. После чего открываете ES-проводничок. ES-проводнику или другому файловому менеджеру, согласно всем инструкциям и рекомендациям, должны быть предоставлены права root доступа, иначе он не сможет перезаписать файл. В моем случае есть проводник, включен root доступ. И выбираем подключить как RV, то есть даем разрешение для чтения и записи в данную папку. Папочка, соответственно, у нас System. Вот есть разрешение для записи внесения изменений в эту папку. После чего переходите снова во внутреннюю память вашего устройства. Находите папочку System. Папку Медиа. Вот бут-анимацию, которую производитель установил на ваше Android-устройство. Для начала нам необходимо изменить имя этой бут-анимации. Долгий тап. Выбираем еще.
переименовал. Достаточно добавить в конец файла любую цифру, букву. И ваша бут-анимация будет переименована, то есть ваш Android смартфон при загрузке ее просто не увидит. Теперь берем бут-анимацию, которую мы скачали на нашу карту памяти. У меня я положил ее в папочку OSP. Копируете данную бут-анимацию. И снова ложите ее в папку на вашем устройстве, во внутреннюю память, папку System. Медиа. Ставить. То есть суть изначально в том, чтобы в памяти устройства найти папку в бут-анимации, переименовать ее и бут-анимацию, которую вы загрузили с интернета, закинуть в эту же папку. Имя изменяем для того, чтобы бут-анимация переместилась, не было никаких проблем. Далее нам необходимо задать вот такие же вот права read, write, read, read для бут-анимации, которую мы загрузили и которую хотим видеть на своем Android устройстве. Долгий тап. Еще раз повторю, что я рассматриваю на примере ES-проводника. То есть нам необходимо поменять разрешение. Переходим. Свойства. Ищем под пункт разрешения. Выбираем изменить. И оставляем галочки вот таким вот образом. Принажимаем ОК. Видим, что разрешение у нас не соответствует. Значит, надо снять еще и вот эту галочку. Read, write, read, read. Теперь все правильно. Заходим снова под папочку, возвращаемся в предыдущее меню. Нажимаем обновить и видим, что разрешение для загруженной нами бут-анимации соответствует тому же разрешению, которое было на стандартной бут-анимации. То есть название и расширение zip. Следите за тем, чтобы тут не было расширения RAR, иначе у вас ничего не получится. Вот на этом все действия закончены. Теперь при загрузке вашего Android смартфона вы увидите новую бут-анимацию. Еще раз вкратце, скачать с интернета, убедиться в том, что файл находится именно в том расширении, которое нам надо, zip. После этого закинуть файл на свой Android смартфон или планшет на карту памяти, изменить разрешение, вернее не разрешение, а имя стандартной бут-анимации и переместить скачанную анимацию именно в папку System Media или Data Local. Все зависит от того, где изначально лежит бут-анимация на вашем Android устройстве. И после этого перезагрузить свой Android смартфон. На этом буду заканчивать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. До новых встреч.